была еще административная, это так называемая раскулаченная. Они у нас хранятся в Государственном архиве Свердловской области. И, кстати сказать, когда начинаешь вот смотреть, изучать, мы в архиве издали книгу «Памяти жертв политических репрессий», полностью 10 томов, мы рассказали о всех, кто на территории Свердловской области был репрессирован. В этой книге все, есть электронный вариант этой книги, она издана и распространена по Свердловской области. Вот. И, кстати сказать, относительно репрессий до сих пор достаточно много мифов гуляет. Но вы знаете, что, во-первых, исключительно кратно завышено число репрессированных у нас по 58 статье. Ну вот Рой Медведев называл там порядка 9-10 миллионов, потом пошли цифры 30-40 миллионов. Ну, наш с вами Солженицын написал цифру 100 миллионов человек. На самом деле, значит, НКВД можно было обвинить во всем. Кроме одного, статистика была абсолютно четкой. Так вот, в соответствии с этой статистикой, эта цифра озвучена, кстати, озвучена директором ФСБ. Ее знали и раньше, эту цифру уже она опубликована еще с 60-65 года, она известна, это 4 миллиона с небольшим репрессированных, 4 миллиона 60 тысяч 300 человек, кто был осужден по 58 статье с 22 года по 53.